Специально ко Дню матери в Ульяновской области откроются два детских садика. Один появится в Димитровграде, другой в северной части Ульяновска. Глава региона посетил учреждение, построенное в микрорайоне «Север-1». В дошколке будут организованы 8 групп. В садик пойдут 160 детишек. Для северян до 1 года уже распланированы ясельные группы. Заведение появилось в рамках нацпроекта образования. Прилегающая территория около детсада приводится в порядок. Муниципалы занимаются ремонтом дороги, тротуара и установкой освещения. Мы к тому поселку с ветеринарным, по этой, там тоже завершаем сейчас тротуары, то, что вопросы народ на сегодняшний день задавал. Мы это дело делаем. Это дорога в БКД следующего года, то есть мы ее тоже в следующем году сделаем. Садик. Освещение все работает у нас здесь? Да. Здесь работает, да. И в БКД, Сергей Иванович, мы на следующий год тоже ставим новые диодные светильники. Сергей Морозов обратил внимание на проезжую часть рядом с садиком. Городским властям он поручил построить карман и обеспечить родителям малышей парковочные места. Если вы считаете, что в детстве садик возит только ногами детишек, то ошибаетесь. Возит на машину, там, где карман. Также глава региона осмотрел дворы северного микрорайона. Местные жители хотят навести порядок и в домах, и на площадках. Вот еще подвал мой несчастный. Вот у меня первый этаж. Он весь разваливается, падает. У меня там живут бомжи. Самым натуральным образом живут. Разобраться с безобразием необходимо в ближайшее время. На решение вопроса губернатор дал местным депутатам 2 недели. Виктория Чиркова, новости УПРАВДА ТВ.